Лобби. Это вот... Я политикой не интересуюсь, но что-то явно связанное с поддержкой политической, по-моему, так. Спасибо. Не знаю. Так, что будем называть? Не знаю. С чем ассоциируете? Нет, извините, не знаю. Лобби? Лобби, тоже не знаю. Ну, добре. Давайте хлопці чекати тоді. А, вон. Ідіть до нас. Засмучено. Ну, добре. Лобі, ну що-то похоже на їду какую-то. Так, на їжу схоже на омарів, раків чи лангустів. Наверное, смесь какую-то. Ні, це обыкновенный какой-нибудь зверь. Який? Ну, не знаю. Ну, такой зверь, который по деревьям лазит. Лобі, а в нього, мабуть, довгий хвост і лапи. Да. А якого кольору? Знаю. Ну точно, сейчас не таких думаю, цветов, да? Которых может быть животное. Лобби – это лоббировать чей-то интерес, защищать чей-то интерес. А что-то, вот как можно захистить, как можно пролоббировать интерес? Вот, например. Ну, в Верховной Раде лоббируют интересы свои олигархи. Там сидять від кожного олігарха є свій представник, і він лоббирує свої інтереси свого олігарха. Що таке алюр? Я не знаю. А що таке лобби? Я не знаю. А що таке карт-бланш? Я не знаю. Лобби – это группа людей, которые объединены одной целью и имеют влияние, ну, на какие-то политические круги. Обычно это люди определенной диаспоры. Да стойте, да зачекайте, ну вы знаете. Ну, что? Что такое лобби? Грузинское блюдо. Серьезно, такое фасоль что-то там. Лобі – активний вплив монополій фірм на діяльність законодавців або чиновників держапарату в своїх інтересах.